оформление этого издания, этот красивый, такой чистый синий цвет, он настраивает сразу на ученический лад и на желание учиться, встречаться с мечтой сказочника, о которой поется в песне через это действие. И встречаясь с этим изданием, ощутилась взаимосвязь его с другими приложениями к этой песне, к песне «Раскраска», с приложением, комплектом открыток с текстом песни и с аккомпанементом, благодаря которым была создана возможность запомнить и текст песни, ее слова, и музыку, ее ритм, и сами интонации, с которыми исполняет сказочник эту песню. И вот сейчас такое ощущение, что все эти сказочные знания, этот сказочный опыт, он сливается воедино и превращается в звучание аккордов. И благодаря этому изданию можно эти аккорды разучить. Разучить их перестановку, их последовательность, на какие слова приходятся переходы аккордов. И затем, выучив их, можно встретиться с приложением открытки с текстом песни и уже адресно прозвучать этими аккордами на каждый куплет, на каждую строку, даже, может быть, слово. И, как говорили друзья на канале ранее, таким образом продолжить пошагово встречаться с мечтой сказочника. И очень интересный момент, что тональность гитарного аккомпанемента отличается от тональности самой песни. А значит, это приложение предназначено для самостоятельного исполнения. И такое ощущение, что создает возможность словно продлить звучание песни, отзываясь на гостеприимное приглашение сказочника. А может, вместе